Поднял руку на мать. Сыктывкарские полицейские расследуют необычное уголовное дело по факту причинения легкого вреда здоровью пенсионерки. Подозреваемый – ее 36-летний сын. 9 января в скорую медицинскую помощь обратилась пожилая женщина с глубоко резанной раной ладони. Изначально женщина сообщила скорой медицинской помощи о том, что она сама порезалась о дверь. Но в ходе проверки, произведенной сотрудниками полиции, было установлено, что данные телесные повреждения были нанесены ей сыном 1984 года рождения. Пояснил, что они находились дома, он распивал спиртное. Между ним и его матерью возник конфликт на бытовой почве, в ходе которого он на кухне взял нож, подошел к ней, замахнулся на нее ножом. Она стала закрываться руками, а он, в свою очередь, нанес удар и попал по ладони. Оказалось, сыктывкарец жил с матерью, на работу устраиваться не хотел. Зато систематически прикладывался к бутылке. Пенсионерку такое положение дел не устраивало, и она корила сына за вредные привычки. В итоге разъяренный отпрыск перешел черту и бросился на мать с ножом. Сердобольная женщина пыталась выгораживать родственника, но доводы потерпевшей силовики и медики сразу поставили под сомнение. Слишком явным был ножевой порез. В отношении безработного сыктывкарца полицейские возбудили уголовное дело. За причинение легкого вреда здоровью ему грозит до 2 лет лишения свободы.